Дорогие коллеги, как бы хотел бы начать с небольшой предыстории. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, я вообще-то написал эту песню для одного фильма, но в этот фильм эта песня не попала, вот, но, вы понимаете. И поэтому я вот вам ее исполняю в качестве отдельного произведения. И действительно, создал я некую такую лекцию, которая не совсем была реализована в рамках одного из мероприятий. Поэтому я вот как-то решил, что я, как говорится, этот гештальт должен закрыть. Во мне вот это вот я должен это высказать, это должно реализоваться. Вот. И поэтому вот мои друзья с Первого медицинского канала меня пригласили, точнее, я попросил, чтобы меня пригласили, и мы вот эту лекцию осуществили в этих рамках. Вот. Тема достаточно, непростая, тема достаточно печальная, потому что, в общем, я не планирую говорить ничего оптимистичного, потому что все достаточно не так весело, как хотелось бы. Вот. И, мне меньше всего хотелось бы, чтобы это было воспринято как какой-то, я не знаю, там, одиоз. Вот я Высоцкого привел, да, в пример. Я совершенно не хотел бы, чтобы это все воспринималось под каким-то политическим соусом. Я, в общем, преподаватель в данной ситуации для этой лекции. И моя единственная, как вы видите, настойчивое желание, чтобы, в общем, это приобрело какой-то, позитивный выход или хотя бы, движение к какому-то позитиву в этой сфере, да, в сфере подготовки врачей, потому что мне кажется, что это задача уровня такой, как национальной безопасности, мне даже кажется. Может быть, я громко об этом говорю, но страна не может существовать без врачей. Итак, давайте начнем. В первую очередь, заявляю о конфликте интересов. Как известно, все крупные специалисты в области воспитания детей, да, все считают себя крупными специалистами, знают, как воспитывать детей. Поэтому я в качестве конфликта интересов хотел бы сказать, что я, в общем, не любитель, да, а я профессионал, причем я всю жизнь, из меня исходно делали профессионального преподавателя, если брать, мой путь, я всю жизнь проработал, сначала учился, потом проработал в Первом медицинском. Я, в общем, прошел полностью все этапы кафедральной жизни, от ассистента до заведующего кафедрой. Будучи заведующим кафедрой, я продолжаю работать со студентами. У меня каждый год приходит там группа из 15 студентов, с которыми я занимаюсь. Поэтому я, профессор, но я помню, как выглядят студенты, да, и работаю с ними каждый день. Ну, про ординаторов я уже вообще не говорю, клинических, они у меня постоянно, поэтому, это просто, чтобы обозначить, что у меня не просто какое-то мнение, а оно базируется на неких поколениях студентов, поколениях аспирантов, докторантов, чего угодно, все то, что касается кафедры. Да, и, соответственно, я профессор по кафедре эндокринологии, то есть и, автор учебника по эндокринологии. Ну, мы не об эндокринологии сегодня будем говорить, да, но, тем не менее, вот четвертое издание в настоящее время, оно заканчивается, готовится. Я член-корреспондент Российской академии наук, опять же. И в 2021 году я оказался, спасибо правительству Российской Федерации, я оказался лауреатом государственной премии правительства в области образования. Да? Зачем я это показываю, я не очень люблю как-то вот этими цацками размахивать, но просто для того, чтобы говорить о том, что я хочу сказать, надо вначале, показать, что я имею на это право. И заметьте, пожалуйста, вот те, кто занимаются программами, обучения врачей, кто, как говорится, влезает в эту систему, да, это порой люди вообще без медицинского образования, просто имейте в виду, что, в общем, есть профессионалы, таких, как я, очень много, но
Естественно, на самом деле мнение таких, как я, ну, если и слушают со стороны, вот так вот, понимаете, как бы, то чисто, может быть, принимают к сведению, что есть какие-то вот какие-то странные шибздики, какие-то дедушки, профессора полоумные такие какие-то всклокоченные, которые что-то там вякают и мешают работать. Вот. Ну и да, вот она, государственная премия, собственно говоря, которую, ну, это мой учитель, так сказать, академик Мельниченко, мой учитель, академик Дедов, то есть это мои, Иван Иванович Дедов, он, мой, так сказать, он мне вручил кафедру, которую организовал в Первом медицинском. Да, вот эта премия по образованию, подчеркиваю, я хочу сказать, что я имею право говорить об этом на случай чего. Ну и это еще в контексте как бы одного очень интересного момента, когда об образовании врачей начинают говорить те, кто к этому имеет весьма отдаленное отношение, пожалуйста, имейте в виду, что, в принципе, это непростая задача. Когда, скажем так, вы учите учителей начальных классов обучать детей таблице умножения, то вы хотя бы знаете эту таблицу умножения, да? Вы ее сами знаете. Но вот процессу, вот этому процессу, да, этот процесс знают не все, но мнение тех, кто это знает, мне кажется, должно все-таки учитываться. Ну, и если из того, что я скажу дальше, что-то каким-то образом, хоть где-то, да, так сказать, реализуется, я буду считать, что своя миссия выполнена, гештальт закрыт, вот песня для какого-то фильма, да, исполняется вот так вот на этой большой аудитории, и дай, как говорится, Бог. Итак, клиническое мышление, клиническое образование, что здесь надо сказать, в первую очередь, вначале надо разобраться вообще, к какой сфере знаний оно относится, да, вот что это такое, да, потому что вот врач, вроде там сдают химию, да, для поступления в медицинский вуз, но вроде как этой, потом этой химией врачи современные особенно уж точно не занимаются, мы с пробирками не работаем, за исключением, так сказать, тех, кто в лаборатории, так сказать, врачи клинической лабораторной диагностики. Так вот, врач, я не имею в виду парами, вот как бы все, что производят медицинские вузы, сейчас они производят много чего, не имеющего отношения к клинической медицине. Ну вот если брать лечебное дело, то есть это врачи, значит, что есть врач, клиницист, значит, ложа, кровать, соответственно, уход за лежачим больным, лежащий в кровати, искусство врачевания, ну то есть как бы в данной ситуации понятно, что речь идет о взаимодействии с живым человеком, да, то есть человеком, и без этого взаимодействия, да, врач и больной, вот этого, без этого взаимодействия между двумя людьми, это является базой, как говорится, нашей работы, да, то есть самое важное, что нужно понять, что, скажем так, это взаимодействие людей, а не человека и компьютера, человека и интернета, интернета с человеком, то есть чего угодно, вот. И, в общем, все, что касается взаимодействия людей, изучения человека в контексте именно его болезней, в контексте работы с ним врача, это некая сфера, да, humanitas, да, это гуманитарная, по сути дела, специальность. То есть все, что касается человека, человеческой личности, да, это гуманитарная, по сути дела, сфера. И все, по сути дела, вот как бы ядро нашей профессии сосредоточено вот в этих понятиях. Я еще раз подчеркну, что наша задача гуманитарная во всех ее, по сути дела, ипостасях. Вот. И когда говорится о клиническом мышлении, да, в контексте вот этого определения, клиническое мышление, то есть это мышление, которое, ну, в итоге, его цель какая, да, цель врача, да, цель клинициста. Цель клинициста – это не изучить какой-то процесс, не объяснить его причину, по сути дела, да, не вникнуть в какие-то там, я не знаю, там биохимические тонкости. Это, если это нужно, это прекрасно, если это возможно, это тоже замечательно, но задача основная, конечной точкой является решение проблемы пациента, да. Поэтому, когда меня спрашивают, от чего это, я честно могу сказать, в большинстве случаев, от чего это, я не знаю, но я могу вам помочь. Так вот, помочь человеку – это ключевая, как бы, гуманитарная задача врача-клинициста. Да?
На мой взгляд, помочь человеку не в механическом смысле, да, не в механическом смысле, а в, скажем так, в интегральном смысле, да, личности человека может помочь только другой человек, потому что вся остальная помощь, она, ну, практически, она механическая, да, то есть можно лестница, молоток может помочь человеку, гвозди тоже могут помочь человеку, но это некая другая помощь. Поэтому клиническое мышление – это, собственно говоря, некое, опять же, тоже ядро нашей специальности, по сути дела, клиническое мышление – это то, чем должен владеть врач. Да? Врач, не умеющий мыслить клинически, то есть уметь во взаимодействии с пациентом, с живым человеком, с целью того, чтобы ему помочь, да? Это, в общем, опять же, не врач, да? Это… скажем так, не врач в высоком смысле этого слова, да, это может быть, скажем так, что угодно, кто угодно, но врач в первую очередь это, конечно же, момент клинического мышления, которому, в принципе, на самом деле, да, вот тоже задается вопрос, когда мы должны начинать учить клиническому мышлению. Клиническому мышлению надо учить, как говорила моя бабушка, ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек кровати. Когда он лег вдоль кровати, уже его воспитывать поздно. Так вот, клиническое мышление надо начинать прививать с первого курса, с самого начала медицинского образования. Но здесь вот в отношении клинического мышления, это классический учебник, классическая книга, монография во всем мире издававшаяся, достаточно уже старая, как вы видите, Хеглина, дифференциальная диагностика внутренних болезней, но там и сейчас много мыслей интересных достаточно. Вот тогда, в, ну, скажем так, в первой половине 20 века, эта вся история клинического мышления, она была, ну, на мой взгляд, она модифицировалась существенным образом. То есть тут Хеглин видит суперзадачу и умение поставить диагноз, да, поставить диагноз, ну, и назначить соответствующее лечение, если оно было. Но, так сказать, первая половина 20 века медицина, по сути дела, и плясала-то от больного. То есть, по сути дела, это была классическая медицина, заложенная еще, как говорится, давным-давно, в те годы, когда пациент приходил к врачу и говорил ему: «Вы знаете, меня беспокоит то-то и то-то». И, соответственно, врач должен был помочь именно в этом конкретном. Да? То есть, допустим, там Хеглин начинает с жалобы. Вот жалоба на боль в животе, и давайте будем раскручивать этот диагноз. Да? Это прекрасная история. В современных условиях, пожалуй, как бы, если мы будем плясать от реального пациента, от реальных жалоб, то, в общем, у нас, ну, скажем так, эта задача будет относительно легкой. То есть мы ее решаем значительно более просто, чем это описывается, допустим, Хеглиным, когда там излагаются некие, ну, скажем так, дифференциальные диагностические пути того технологического уровня. Да? Вот это вкладывалось в понятие тогда клиническое мышление, как искусство поставить диагноз. Вот. Сейчас, в общем, оказывается, на самом деле, в современном мире, да, ну и, кстати, вот интересно, это скажем так, нейрохирург, ну, тоже, по сути дела, легенда эндокринологии, Харви Кушинг, американский нейрохирург, описавший синдром Кушинга, он, видите, идет как бы дальше, да, и здесь, кстати, подчеркивается то, о чем я уже сказал, то есть, как бы, по сути дела, задача врача, она гуманитарна, то есть, это не просто некое, как бы, некий набор анализов, а некий человек, который, ну, скажем так, анализируется в контексте своего социума, да, в контексте социума, того, как он, собственно говоря, что он из себя представляет. И без этого, в принципе, а на сегодняшний день особенно, на мой взгляд, невозможно решать какие-либо клинические проблемы на том уровне, на котором мы должны их решать. Так вот, если для Хеглина клиническое мышление – это искусство постановки диагноза, то, по сути дела, в 21 веке порой наша задача – это порой искусство не постановки диагноза, потому что мы оказываемся в другом мире, мы оказываемся в другом мире. Количество диагностических тестов, которые проводятся без показаний, без каких-либо показаний, без каких-либо жалоб, ну, зашкаливает. И дальше, видимо, это будет, скажем так, еще больше.
все больше и больше этого. Тесты клинические, там, допустим, у нас гормональные исследования, да, инструментальные исследования, ультразвуки, да что угодно, они, по сути, стали коммерческим, они стали, по сути, товаром, да, то есть это товар, который продают как пирожки на вокзале, да, соответственно, вот хотите купить гормональные исследования, купите. Во времена, так сказать, в первой половине 20 века все, что касалось обследований, находилось сугубо в рамках врачебной специальности, то есть врач назначал, то есть ни у кого в страшном сне, так сказать, по пути куда-то заглянуть, сдать кровь, понимаете, этого такого не было в жизни, и это видоизменило ситуацию. Это видоизменило ситуацию, поэтому на сегодняшний день клиническое мышление, оно особенно актуально в силу того, что пациент, современный пациент, это пациент гиперобследованный порой, причем, скажем так, инструментальные различные приборы, различные, скажем так, технические средства обследований зачастую выдаются за, по сути дела, и как бы здравоохранение как таковое, и за врачебную деятельность как таковую, что является очень большой ошибкой. То есть, по сути дела, современный пациент в клиническое мышление, по сути дела, порой входит, вот как Микеланджело говорил, что, в общем, надо, да, когда мы идем от анализов, да, когда у нас уже есть пачка всех обследований, зачастую надо отбросить лишнее. То есть, по сути дела, Хеглин с такой ситуацией не сталкивался. Он не описывает эти истории, сказать, да, истории, ну, скажем так, несуществующих диагнозов, несуществующих болезней, которые установлены при, скажем так, неадекватной интерпретации референсов каких-то показателей, каких-то нормативов и так далее. Поэтому мир поменялся, естественно, и клиническое мышление, оно состоит здесь в чем? В том, чтобы понять, да, что именно представляет для пациента реальную клиническую проблему, которая может его убить. То есть он может умереть, он может стать инвалидом. То есть в массе вот это вот, вот огромная глыба, да, из нее надо уметь вычленить человека, да, живого абсолютно человека, да, которому мы должны помочь. Помочь отбросить лишнее и, скажем так, решить это. Как можно понять, что именно является значимым для человека? Для того, чтобы это понять, надо быть самому человеком, да, в первую очередь. Потому что только человек может, примерно поставив себя в те условия, в которые находится другой человек, примерно, ну, прикинуть или более-менее точно, или, ну, как бы, или не точно, или хотя бы, или, кстати, более объективно, чем он сам, сказать, что является основной проблемой. Да? Не может это сделать, к сожалению, ни одна машина, да, ни одно какое-то там компьютерное решение, не может оно сделать интегральный вывод о живом человеке в комбинации со всеми вот этими методами, которые на нас наваливаются. Итак, клиническое мышление, умение интегрально оценить реальную проблему, влияющую на здоровье отдельно взятого человека, да, и решить ее, ну, если это, конечно, возможно, имеющимися средствами, да, понимаете, как бы, ведь я должен помочь человеку независимо от того, что у меня есть под рукой, да, потому что там, так сказать, наши предшественники в 19 веке, они тоже помогали людям, хотя у них не было и, так сказать, и 5% всех тех средств, которые есть сейчас в нашем распоряжении, вот, таблеток, да, но таблетки должен кто-то назначить. Итак, интегрально оценить человеческим мозгом, человеческим, как бы, социальным, гуманитарным мышлением понять, что именно для этого конкретного человека одного единственного является проблемой. Да? Да, гуманитарное понятие относится, да, еще очень важный момент, не ко всему человечеству, понимаете, как бы, да? Вот проблема всего человечества – это какая-то эпидемия, это немножко другая история.
к единственному, одному единственному человеку это должно быть применено, потому что передо мной, как перед врачом, сидит один человек. Да? Не тысяча человек. Проблему тысячи человек можно решать статистическими методами. Выбрать наиболее эффективный, да, на тысячу человек, ну, выживет 900, и, значит, я, как говорится, решил проблему. Он один. Его нельзя поделить на части, и вот одному единственному надо помочь, поняв его. Ну, то, что касается здоровья, здоровье – это, в общем, продолжительность жизни, ее качество, ну, в том, качество в том контексте, который в современном мире в это понятие вкладывается, да, то есть качество жизни, здоровье, да, то есть оно, так сказать, в 15 веке это было нечто иное, сейчас это совершенно другие, как бы, более такие, ну, скажем так, широкие имеет характеристики эта вещь. Итак, вот что примерно должен сделать врач, и, в общем, задача медицинского образование в подготовке именно клинициста, да, вот клиницист, что должен уметь врач? Он должен уметь интегрально оценить реальную проблему пациента, влияющую на его здоровье, потому что будет куча еще всего остального, что не влияет, и, собственно говоря, ее решить, да, отбросив все лишнее, да, потому что если он пойдет по лишнему пути, по другому, неправильному, чего в изобилии, как правило, в современном мире, он... И, как говорится, и человек умрет, соответственно, и проблема не будет решена, потому что этой проблемы-то и не было зачастую. Ну вот примерно, на мой взгляд, вот такое определение в современном мире можно дать. И, пожалуйста, все, что я говорю, кстати, еще интересная фишка, то, ну, это часто путают люди, далекие от медицины, либо, может быть, те, кто просто не понимает этой разницы. Вот все, что касается здравоохранения. Здравоохранение – это сфера государственной деятельности, да, как бы по охране здоровья граждан. Да. Вот я о здравоохранении вообще не говорю сейчас. Это совершенно иное. Да. Но здравоохранение должно обеспечить, в него включается подготовка врачей. Да. Но у здравоохранения другие задачи. Оно лечит... большую группу людей, да, оно лечит там всю страну, да, вот, а мы, наша задача врача, это один человек, вот. Да, это казалось, знаете, это единство и борьба противоположностей, как это учили давным-давно философии некоторых людей, да, моего поколения. И вот здесь вот, с чего бы я начал, то есть, ну, я вот так выстраиваю идеологию, которую я пытаюсь продвинуть. Дело в том, что здесь клиническое мышление, вот я, как я говорю про клиническое мышление, был период, когда, да, я говорю, что это ключевое, это ядро, по сути, нашей профессии, это самое важное, чему нужно научить человека, врача, чтобы это был врач. Врач без клинического мышления – это опасная штука. Вот был период, когда на самом деле понятию клиническое мышление пытались противопоставить доказательную медицину. В общем, ну, по молодости все увлекались чем-то слишком активно, да, так, в общем, и доказательная медицина, которая в нашу страну, она пришла в начале 90-х годов в реалиях, да, казалось наивным головам, что это, в общем, некое решение всех проблем. Потому что здесь якобы вот тут математически можно что-то посчитать, и в итоге будет понятно, как всех лечить. Поэтому все вот эти вот, так сказать, рассуждения дедушек с трясущимися руками о том, что надо подумать о человеке, так сказать, еще что-то, вот надо подумать, как это применить конкретному пациенту. Это все казалось каким-то уже архаизмом, который надо выкинуть и только метаанализами, как говорится, и рубить с плеча. Но в принципе, конечно, это абсолютно... вещи, которые, они не то, что не антагонисты, да, потому что мне кто-то сказал, вот мне все время говорили, что надо учиться клиническому мышлению, я никогда не понимал, что такое клиническое мышление, мне казалось это как-то странным, потому что нужна какая-то объективность, но объективность объективностью, это здорово было бы, но перед нами не объект, а субъект, человек это субъект, а субъект по отношению к субъекту, увы, нужно быть субъективным.
да, потому что нам нужно решить проблему субъекта. Итак, доказательная медицина, на мой взгляд, она, конечно же, ни в коей мере не является, скажем так, никак не антагонизирует с клиническим мышлением. Здесь, да, здесь, вот в этом, в попытке этих противопоставлений, в общем, можно проследить определенную закономерность и выделить две модели. Две модели отношения к, ну, и медицинскому образованию, и вообще к постановке вопроса в отношении ну, медицины вообще в широком смысле слова и в высоком смысле слова. Я бы выделил две модели. Это модель технократическая, да, и модель все-таки более близкая к человеку. Да. Об этом мы, собственно говоря, сейчас и поговорим. Собственно говоря, модель технократическая. Да, вот здесь действительно есть два противопоставления. Ну, технократия – это понятно, что ситуация, которая, в принципе, базируется исключительно на технологиях неких. То есть это действительно ситуация, близкая к математике. Вот, и, в общем, продуктом этой математики является статистика. А статистика – это основная методология, по сути дела, действительно, исследований медицинских, да, которые, собственно говоря, составляют так называемую доказательную медицину. Доказательную, потому что здесь мы используем доказательства, опять же, базирующиеся на некой математике. Да, хотя, так сказать, да, как известно, в мире есть три вида лжи. Да, ложь, наглая ложь и статистика. Так вот, доказательная медицина – это, по сути дела, основным инструментом являются статистические методы. Итак, здесь на самом деле, особенно те, кто далек достаточно от клиники, очень часто пытаются зачастую, ну, таким даже смешным образом, возместить недостаток своей клиничности достижениями доказательной медицины. Но это, в общем, мало кому удается, и в итоге оканчивается это печально, потому что этот обычно человек, ну, не может работать с пациентами, нормально работать с пациентами, как бы так или иначе он входит все время в клинч, потому что и он не понимает человека, и, в общем, и он и не устраивает этих людей, поэтому, в общем, рано или поздно этот человек из клиники уходит чаще всего. Да? В чем здесь, по сути дела, фишка? Значит, если брать... Да, я дальше еще буду это более раскрывать, просто сейчас сразу скажу, что моя позиция, и, на мой взгляд, это совершенно не то, что это ноу-хау, но это очевидно, может быть, не говорится часто. В принципе, вот если брать образование врача, в его, вот, да, в противовес технократической модели, я бы выдвинул гуманистический вариант модели, то есть модель, ориентированная на человека, на одного пациента, да, на одного единственного человека, проблему которого должен решить клинический врач, по сути дела, клиницист именно. Да. Так вот, здесь доказательная медицина, да, вот если брать клиническое мышление в современном широком смысле слова, доказательная медицина является не его антагонистом, да, а по сути частью. Доказательная медицина должна встраиваться в структуру клинического мышления. Да? Это некая информация, которая будет трансформирована, да, специалистом, врачом и использована во благо одного единственного человека. Ну, вы понимаете, то есть это использование статистики для одного отдельно взятого человека. Это встречается с огромными сложностями, и порой это противоречит. Абсолютно противоречит здравому смыслу, фактически. Да? Я не побоюсь этого слова. То есть в существенной части случаев, в процентах, наверное, не меньше, чем в 10, вот эти все клинические, как их называют, стандарты и алгоритмы, они противоречат элементарному клиническому здравому смыслу. Потому что в данном случае налицо извращение вот этих достижений доказательной медицины и неправильное их использование по отношению к одному конкретно взятому человеку. Значит, технократическая вот эта модель, ну, посмотрите вокруг, и вы увидите, что, в общем, ну, во-первых, кстати говоря, в определенных ипостасях она неплохая, да, и я сейчас об этом скажу, так сказать, ее все используют, ее любят. Любят ее, потому что, в общем,
она позволяет некоторые вопросы решить. Ну вот как бы если представить вот эту регистратуру, да, и нужно вот эту как-то очередь эту рассосать и как-то удовлетворить вот всех, да, вот эту всю очередь, чтобы ее сделать так, чтобы она не стала, ее не стало, да, и все как-то худо-бедно что-то там получили, успокоились хотя бы на время. А здесь неплоха вот эта вот модель технократическая, то есть вот можно всех их прогнать через какой-то, я не знаю, там компьютер, который выдаст по таблетке, по какой-то схеме, да, и более того, технократическая модель, она, в общем, требует минимального времени, она просто требует какого-то технического оснащения, либо она требует каких-то врачей-статистов, которые просто в кавычках врачей, то есть это некий человек, который будет, по сути дела, ну, раздавать некие, находить в некой, так сказать, в некой книге рекомендаций какую-то рекомендацию и давать ее пациенту, да, по сути дела, да, то есть это, в принципе, на самом деле человек может не иметь даже медицинского образования, чтобы пользоваться этими стандартами. Можно это решить, да? Часть из этих людей, видимо, умрет, если использовать технократическую модель. Но, в принципе, большая часть не умрет, да? По сути дела, большая часть вроде как худо-бедно будет чем-то останется довольными. Да? То есть, в принципе, тоже неплохо, согласитесь, да? Фактически. В чем минус? Минус очевиден. Да? То есть, деиндивидуализация. То есть, мы решим проблему вот этой толпы. Кстати, тоже интересная фишка. Да? Здравоохранение как сфера. Да? Это решение... Какой проблемы вообще в обществе? Сейчас мы это увидим, кстати. Какова задача здравоохранения на самом деле? Вот тоже интересная вещь. Охранять здоровье граждан, ну, весьма как-то абстрактно звучит. Вот. Но технократическая модель, она абсолютно не направлена на отдельно взятого человека. Она дает какие-то такие рекомендации, в результате которых большая часть останется жива, и, ну, и как бы качество жизни будет более-менее приличным. Вот. Проблема, почему только часть останется жива, вот, потому что вот как бы мой слайд, который олицетворяет использование доказательной медицины, которую я, кстати, естественно, я являюсь там, я не знаю, там, меня упрекнуть в том, что я не как-то негативно к ней отношусь, нет, я правильно к ней отношусь, ну, точнее, мне кажется, что я правильно к ней отношусь, потому что, скажем, мы с ней бегали как с писаной торбой в свое время в 90-х годах. Так вот, проблема-то в чем? Да? Вот этот доктор на основании этих, как их говорят, гайдов, либо стандартов, либо еще чего-то, может, в общем, сказать, что, прочитав их, действительно, он скажет, ну, 85% вероятность того, что этот препарат поможет. Вот. Ну, пациент это этого, ведь у нас один этот дядечка. А как определить, попадает он в эти 85% или не попадает? Да? Помните, как в «Преступлении и наказании» там Порфирий Петрович сказал, а как, батенька, определить, кто из этих, кто вообще из всего человечества избранные, да, и кто может себе позволить нечто большее, чем все остальные. Да, вот здесь, а как это у него на лбу написано у этого дяди, что он попадает в эти 85%? Да? А может быть, сегодня будет весь день, когда вот весь день будут приходить те, кто попадает в 25%. Они все получат рекомендации из некоего вот этого вот Талмуда, где приведена некая статистика, которая базируется на рафинированном, по сути дела, дизайне, в котором дизайн – это модель, по сути, ведь дизайн клинического исследования, само клиническое исследование – это модель жизни, это не жизнь, это некая, это некий суррогат, да? Так вот, ответьте мне на вопрос. Кто может ответить на этот вопрос? А вот на этот вопрос должен ответить врач, обладающий клиническим мышлением. И вот это еще один из примеров клинического мышления, потому что врач должен по неким признакам определить, к кому, к 85 или к 25%, то есть или к 15% относится этот пациент. Вот. Но тем не менее технократическая модель назначит ему эту таблетку, 15% умрет, грубо говоря. Правда? Ну, здравоохранение выполнило свою задачу, вот скажите мне. Этот пациент умер, а 15 из 100 умерло. Здравоохранение решило проблему? Возможно.
Не знаю. Вот задача здравоохранения, подумайте пока, какова она. Вот. Ну вот пример, я, может, скажу сейчас циничные вещи, очень циничные вещи. Вот. Но, тем не менее, в общем, глядя на современный мир, они неизбежно возникают. Вот как бы, да, задача здравоохранения сделать так, чтобы люди жили до 100 лет, 125. Ну, как вы думаете, кому-то надо, чтобы люди все жили до 100 лет? Ну, так вот, кому-нибудь. Подумайте. Нет, это гуманитарно, это звучит круто. Вот когда мы видим отдельного человека, мы ему желаем там на день рождения живи до 100 лет. А среди государства, здравоохранения вообще есть те, кто заинтересован в том, что человек жил до 100 лет? Ну, как бы это не было печально, но, в общем... А, ну, а что от этого, что вот государству, как общности людей, с какими-то задачами, вот это от этого будет? Хуже, лучше? Ну, вот посмотрите, например, народонаселение, да? Я к чему говорю? Представьте, что мы вообще перестанем работать. Вот врачи, реальные врачи, просто перестанут работать. Это приведет к гибели человечества? Нет, конечно. Ну вот, 1350 год, это... Черная смерть в Европе, да? Ну, хорошо, выкосило, да, соответственно, 30-50% там, видите, цифры, да, 2/3 Парижа вымерло. Ну, и что дальше? Что? Все, человечество, что, оно как-то перестало существовать? При том, что это был 14 век. О каких антибиотиках речь идет? Ни о каких, никаких методов лечения не было. Просто умирала существенная часть людей. Ну, и все. Ну и сейчас, допустим, представьте, экстраполируем, что мы перестанем вообще работать. Вымрут, простите меня, больные люди. То есть не налогоплательщики, не люди, которые не, они только мудрость некую несут. Вот типа я вот сейчас несу мудрость, которая, конечно, всем очень сильно нужна, правда? Ну и что? Ж молодые останутся. Те, кто, я не знаю, там нефть качает, еще где-то там что-то делает, то есть, как бы, да, то есть, по сути, понимаете, как бы, возникает вопрос, а может быть, здравоохранение – это просто такая чувствительная сфера, которая, отсутствие которой вызовет какие-то, ну, общественные недовольства, и поэтому ее надо поддерживать. Я даже не знаю, как бы, да. Я вот, честно говоря, если абстрагироваться от каких-то таких вещей, вот, не готов ответить на этот вопрос. Поэтому, в общем... Ну хорошо, давайте оставим технократическую модель даже здравоохранения. Если все будут жить по этим стандартам, ну хорошо, даже если умрет 15% населения, ну и что? В принципе, умрет тем, кому надо платить пенсии и пособия. Цинично, жестко, но так и есть. Ну то есть, в принципе, все, что я сейчас рассказываю про гуманитарные какие-то, да, про человеческие моменты, по сути, сильно это интересно кому-то. Так вот, может быть, поэтому такова ситуация с, по сути, с медицинским образованием, которое полностью сейчас, в настоящий момент, входит в какую-то технократическую сферу. Почему нет? Ну получается, мой вариант со смертью вот этих вот, ну, в том примере было 15%. Вот, кстати, человечество не вымерло, оно стало дальше размножаться и плодиться. И вот посмотрите на этой схеме к 2000 году. Многократно, в десятки раз превысило то, что было в 1000 году, да, до освоения земель. Понимаете, как бы? Может, вообще плюнуть на это, на все, на все эти профессорские беседы про какого-то, как говорится, врача, который способен оценить личность пациента. Ну, какую задачу это решит с точки зрения общества? Спасение одного человека? Может быть, это уже время прошло, может быть, мы живем в том, а уже... времени, когда все эти идеалы гуманистические уже никому не интересны и не нужны. Да, действительно, какова проблема, да, проблема, которую решит технократический вариант врача, технократический вариант, ну, если хотите, здравоохранения, хотя я не хотел о нем говорить. Действительно, это, в общем и целом, он вот из этих баранов, да, из этих овец, он большинство овец, как говорится, да, он позволяет с точки зрения популяционных неких показателей вот этих овец пасти более-менее прилично. Вот. Но отдельные овцы будут сильно страдать и, в общем, даже умирать. Вот.
Потому что качество вот этой вот усредненной, статистически усредненной некой медицины, которая будет базироваться на каких-то таких вот, скажем так, приказах каких-то Минздрава, она, в общем, будет низкой. Это качество низкое. Почему? Потому что существенной части пациентов врач не может помочь. Он базируется на компьютеризированной системе мышления и тому подобным вещам. Ну и на самом деле технократическая модель, которая базируется вот на всех этих, так сказать, каких-то вот этих схемках, она, в общем, для больших групп населения она решит проблему, наверное. Да? Ну, будут вымирать там, так сказать, отдельные, так сказать, да, категории людей, но тем не менее, большие группы населения, большая часть, вроде как это подойдет. Это, конечно, хорошо, потому что это структурирует расходы, это вообще контролирует, позволяет контролировать деньги. То есть, если все дружно будут ходить вот по каким-то этим, да, искусственным интеллектам, назовем это так, то, конечно, это все неплохо. Да? Ну, кстати, расходы надо структурировать. Кстати, одна из задач вот этих вот алгоритмов и рекомендаций – это попытаться хотя бы как-то усредненно посчитать расходы, которые необходимо сделать. Но, опять же, усредненно, понимаете, как бы. Вот. Эта система, кстати, интересная. Вот когда мы ее начали, так сказать, в том числе, и как ее еще можно использовать. Представьте, что мы в ситуации, когда у нас очень мало врачей. У нас сейчас вообще дефицит врачей значительный во всех сферах. Вот как в этой ситуации выстроить их работу? Ну, низкая квалификация. Первичное звено, да, дефицит, так сказать, я не знаю, там вторичное звено тоже, да, как надо, как вот выстроить? Конечно же, собрать, кого есть, да, как говорится, кто есть, собрать по сусекам, выдать им вот эти книжки синие, да, и пусть они работают, как там написано. Это хоть как-то позволит что-то там, так сказать, вот утрясти, потому что я еще раз говорю, что у меня вот это вот 85,15 попалась эта цифра, теперь она меня просто, так сказать, ведет дальше. Но да, и мы, будет вот эта работа по вот этой вот, вот по такой схеме. Это нужно иногда делать, действительно, а как еще, так сказать, быть, если некому работать? Но тут есть определенный порочный круг, если мы пойдем по такому пути. Ну, кризисная ситуация, да? Кризис у нас, как известно, начался с принятием Русью христианства, да? Христианство, оно и привнесло кризис, да? Сразу появился кризис, он с тех пор, в общем, продолжается, и все время делаются попытки внедрить некую модель, большая часть из которых человечество уже полностью охарактеризовало и знает, что будет, и уже сразу понятно, чем все кончится. Вот только начинается какой-то глаз, да, сразу уже, да, так сказать, более-менее все становится понятным. Ну и, конечно, еще плюс какой? Формализация юридической стороны взаимодействия врача и пациента. Вот, как мне говорят врачи, а если к нам придет прокурор, ну я вас честно говорю, хочу сказать, что большая часть врачей никакого прокурора в глаза не видела. Это некая какая-то такая вот форма какого-то запугивания, еще чего-то. Ну, не знаю, как это назвать. Конечно, юридическая сторона должна быть, она должна четко регламентироваться, но это, конечно, уровень определенной культуры. Поэтому технократическая модель, она такова. Но сопутствующая патология вот этой технократизации, по сути дела, неизбежной технократизации медицинского образования и, по сути дела, подготовка человека, который работает вот по этой какой-то кризисной модели. Вот она мне все время, так сказать, модель это больше всего хочется отослать, там, я не знаю, к первым годам советской власти и борьбе с эпидемиями. Знаете, вот как говорится, война, Первая мировая, гражданская самая ужасная война, да, вот эта модель, возможно, была супер, да. Но если мы продолжаем все делать так, то мы получаем ее и в будущем, если готовим таких специалистов. Что есть, да, вот это самая моя большая печалька, это, по сути, технократическая модель медицинского образования, она, по сути, будет, что она будет делать, да, неизбежно, на мой взгляд, будет делать.
она сама по себе в силу неэффективности, неэффективности в каком плане? Конечной статьей эффективности является конечный продукт. Вот меня все время спрашивают, а что это вы считаете, что у нас вообще как-то все с этим плохо, когда у нас, в общем, все неплохо, у нас на пятерке сдают госэкзамены? Так вот, я готов все принять, любое мнение, но у меня есть абсолютная уверенность четкая совершенно, что я скорее ближе к правде именно по той причине, что я вижу непосредственно конечный продукт. Я сижу на госэкзамене. Желающие могут прийти на него, наверное. Хотя это закрытое, наверное, мероприятие. Лучше бы оно было тайным. Так вот, модель, которая не создает квалифицированных врачей, да, то есть врачей, в гуманистическом смысле этого слова врачей, она неизбежно будет, скажем так, клепать все больше и больше студентов. Почему? Мы увидим дальше. Ну, по сути дела, современная система – это, в общем, 6 лет. За 6 лет я вам сказал, что клиническое мышление надо воспитывать, начиная с первого курса. Да, с первого курса, так сказать, начиная с нормальной анатомии. Так вот, на сегодняшний день это за 6 лет это от силы там пяток пациентов, которых видел. Я не имею в виду надувных всяких игрушек, я имею в виду конкретно живых людей, да. То есть, да, пациентов практически не осталось для студентов. Конечно же, когда внедряются стандарты, причем идеология и структура стандартов образования, когда мы даем некие схемы со стрелочками, да, значит, обязательно компонент заключается в чем? Вот этот студент, он должен запомнить некий стандарт. Вот как по стандарту нужно лечить. Он должен, понимаете, как бы это он должен не понять, почему, как и что, кому назначить. Он должен запомнить некий стандарт. И дальше мы получаем прекрасный инструмент для запоминания неких стандартов. Это тестовую систему, так сказать, контроля знаний и вообще образования как такового. Вот. Ну и, конечно, в силу того, что количество студентов будет расти, а расти оно будет в силу того, что будет сохраняться дефицит нормальных врачей, в силу того, что технократическая модель будет, половина вот этих вот выпускников будет уходить из медицины, потому что они не смогут в ней работать, да, потому что они не смогут работать с живыми людьми, абсолютно. Врачей будет не хватать, непрерывно увеличивающееся число студентов будет продолжать создавать. Как-то же их вроде как надо делать вид, что мы учим, и, соответственно, будут покупаться за деньги, а это за деньги можно купить. Высококвалифицированного преподавателя за деньги не купишь, понимаете, как бы. Могу точно сказать, его невозможно вырастить как гриб, да, так сказать, где-то фантомно. А вот фантом, то есть как бы куклу, можно, в общем, купить достаточно легко. И это, опять же, неизбежно произойдет. Но кукла, она, как вы понимаете, останется куклой, по сути дела, навсегда. Доминанта тестового контроля – неизбежная ситуация. И сейчас я это покажу на схеме, почему, собственно говоря, тесты столь широко внедрились в клиническую практику, в преподавательскую практику, по многим причинам. Но один из них – это технократизация. То есть, по сути дела, валовый рост какой-то, безумный рост количества студентов в сочетании с, собственно говоря, с падением количества адекватно работающих преподавателей и необходимостью вроде как выпускать кого-то. Ну, тут можно все решить тестовым контролем. Дистанционные технологии – еще более классная вещь. Это позволяет увеличить число выдаваемых дипломов, распечатываемых до бесконечности. И, соответственно, еще и оказывается, что можно это делать лежа в ванной с бокалом шампанского, смотреть и слушать лекции про то, как вообще-то, так сказать, да, как надо работать с пациентом. Да? Мы дистанционно через экран, да, рассказываем лежащему в постели в пижаме или лежащему в ванной, я говорю уже, как говорится, в плеере. В одном ухе, соответственно, наша лекция, а в другом какая-то приятная музыка или не очень приятная. Активно обсуждается вопрос, опять же, понимаете, корень-то какой? Надо побольше наштамповать.
побольше наштамповать, чтобы восполнить дефицит. Но дефицит не восполнится. То есть получается замкнутый круг. И сейчас, в общем, я слышал, что обсуждается вопрос, а давайте сократим. Там, сократим до 5 лет. Ну, в принципе, как сказать, зная то, чем занимаются на 6-м курсе, ну, давайте сократим. Разницы не почувствуете, поверьте. Никто не почувствует этой разницы. Поэтому здесь, по сути дела, да, если обсуждать технократическую модель, то, по сути дела, в ней на сегодняшний, как говорится, день, это очевидно совершенно, и в ее идеологии, да, с одной стороны, да, есть предмет, да, предмет, ведь эта специальность называется лечебное дело. Предметом этой специальности является живой человек, да, но образовательным предметом ключевым, да, и образовательной формой, по сути дела, оказывается, да, не он, то есть с ним, с этим живым человеком, обучающийся практически минимально контактирует, да? И, собственно, он работает с железками, мануальные навыки какие-то, да, вот, кстати, тоже фишка, мануальные навыки, вот давайте сядем, будем учиться вязать швы, ну, понятно, что через 10 лет этот шов уже, то есть этот узел какой-то, или, не знаю, швы шить, или этот узел никому не понадобится, потому что мануальный навык это самое простое, это фельдшерская, как говорится, опция, но задача врача понять суть, понять зачем, понять кому, понять, то есть научиться думать, а не научиться что-то там делать, как швейная машинка. Понимаете, как бы? Так вот, предмет, да, предмет в технократической модели, он остается совершенно необъятым. Но, тем не менее, она, я еще раз говорю, что имеет массу плюсов и позитива. Ну вот, собственно говоря, в Первом медицинском легенда фактически, да, это Абрам Львович Сыркин, профессор, выдающийся преподаватель, создавший огромную школу, то есть он выпустил плеяду просто блестящих врачей, кардиологов в первую очередь, да, он, это буквально недавняя его фраза, ему уже больше 90 лет, тем не менее он работает. Врач и больной, их взаимодействие сердцевина профессии, да, то есть сердцевина, вот то самое клиническое мышление, то есть способность врача мыслить, да, школа клинической медицины именно в этом. Это не я сказал, а Сыркин. Технологии как таковые, да, вот интересная вещь, вот можно ли научить студента по устаревшим учебникам? В принципе, можно, без проблем. Проблема не в устаревании фактологии. Да? Я вообще учился без учебника, эндокринологии своей специальности, без учебника, да? На каких-то огрызках какой-то информации, понимаете? Просто был учитель, который это мог собрать у меня в голове и научить меня этой информацией пользоваться. Так вот, если базировать обучение на каком-то владении технологией, технология уйдет, останется пустота. А если учить думать, да, то технологии будут меняться бесконечно, а вот в этом месте останется умение мыслить. Да? Будут они другими. Меня учили на технологиях 20 века, а сейчас я в 21-м как-то, ну, все-таки как-то справляюсь, правда? Потому что научили думать. Сердцевина, которая всем этим обрастает, останется неизменной. Она и была неизменной 1000 лет назад. Понимаете, как бы это к вопросу о методиках. Ну и, по сути дела, технократическая модель, к которой мы движемся, по сути дела, прекрасно это все. Да, отличник службы быта, массовая подготовка низкоквалифицированных исполнителей стандартов медицинских услуг. Пожалуйста, обратите внимание на этот прекрасный слайд. Я его долго-долго рисовал. Вот. Вот она как бы то, чем мы живем на сегодняшний практический день. Да? Гуманистическая модель, вот как бы как это можно реализовать? И, собственно, придумывать велосипед не надо, это реализовывалось в 20 веке достаточно эффективно. Да? Конечно же, уже многое пошло вперед, многое поменялось, но идеология, ведь предмет не поменялся, предметом остался человек, правильно? Гуманистическая модель, если предмет остался тот же, нет, если у нас предмет другой, задача другая, не человек,
клинической медицине, не личность человека конкретная, которому надо помочь, тогда исправьте меня, скажите, что мы будем заниматься чем-то другим. Но в моем мировоззрении это и есть вот то, что вкладывается в технократию, это некий фрагмент, который лежит внутри и даже рядом с доказательной медициной, потому что для гуманистической модели необходимо интегральное понимание того, кто перед тобой есть. С точки зрения его образовательного уровня, социального происхождения, клинической картины, сексуальности, психотипа, национальности и религии, жизненные ориентиры. Причем все, что касается принятия медицинского решения, любой из этих пунктов может 10 тысяч раз перекрыть вот эти вот стандарты, понимаете, как бы. И все, что пытаются как бы назвать некой объективизацией. Да, и национальность, и религия. Не буду приводить примеры, но их огромное количество. Да? Так вот, если мы хотим помочь человеку, да, живому, одному, и реально помочь ему, сделать это классно, то, в общем, это не я придумал, это существовало большую часть времени вообще в медицине до меня, да, не моя эта идея. Ну и как это можно осуществить? Как это может работать? Вообще-то работать вот как бы, как это может быть реализовано в здравоохранении, как в системе? В принципе, условием является достаточное число врачей, да. Ну, их должно быть достаточно, то есть не должно быть дефицита врачей, да. То есть врачей должно быть достаточно много, да? И врачей должно быть больше, чем их было в 20 веке. Безусловно, потому что, ну, скажем так, больному обществу надо больше врачей. Но, тем не менее, только здесь может реализоваться индивидуальная модель, индивидуальный подход. Безусловно. Да? Квалификация. Нужно готовить нормальных врачей. Да? Готовить врачей, которые умеют работать с живым человеком, а не с куклой надувной. Да? Да, разного происхождения, назовем так, да? С пластмассовыми деталями. В принципе, еще один момент какой? Социальное обеспечение людей. Видите, нищееся население, то, в общем, как бы сложно себе представить, скажем так, социального и культурального уровня. Да? Я имею в виду и социальный, и культуральный уровень населения. В общем, он вряд ли сможет, понимаете, это как бы все-таки медицинские услуги, да, для того, чтобы она была чтобы она оказывалась на высоком уровне, да, потребитель этой услуги тоже должен иметь определенный уровень, понимаете, как бы. Если уровень потребителя будет низким, и это будут нищие люди, которые с трудом умеют читать, то, в общем, ожидать, что как бы эти люди привлекут высококвалифицированного врача, ну, тоже маловероятно. Поэтому это очень важная составляющая. При низком уровне, так сказать, потребителя останется низкий уровень и врачей. Потому что, собственно говоря, то есть, как бы, потребитель низкого уровня, он вообще не понимает, что, собственно говоря, от этого врача ждать. Да? Он может шарлатана счесть крутым, классным специалистом. Абсолютно не отличит его. Ну и так далее, по сути дела. Если образование медицинское, вся модель и то, к чему мы стремимся, будет уходить в технократизацию, да, в распечатку дипломов на принтерах за успешно решенные тесты, то, в общем, мы, конечно, ни о какой гуманистической модели мы, естественно, у нас не получится. Но еще интересная вещь, что на самом деле ведь самое простое, когда что-то не хватает, да, что-то у нас не хватает, мы берем деньги, идем покупаем в магазине, типа там хлеб с маслом, да. Ну вот врач, да, как бы врач, это вот врачебная специальность такова, что она очень сильно тяготеет к своим национальным, как бы к стране, в которой человек родился и живет. Это чем определяется? Минимальное число, ну, минимальное от общего числа врачей работает где-то за границей достаточно успешно. Много, я знаю, огромное.
крупные сотни, знаю, как говорится, людей, но все равно это капля в море. Почему? Язык, да, культуральные особенности. То есть, опять же, страдает какой компонент? Гуманитарный, то есть способность взаимодействовать с человеком в другом социуме. Вот он в другом социуме, другая страна, другой социум с другим языком. Возникают неизбежно проблемы с ним взаимодействия. Ну, если только он не под наркозом, конечно. Условно говоря. Можно? Можно. Ну, давайте привезем сюда врачей. Квалифицированных причем. Да? Абсурд, правда? Поэтому вот сколько ни вливай деньги в технократизацию, в технократическую систему, деньги есть деньги, это инструмент. Она не создаст никогда квалифицированных врачей. Врача за деньги невозможно приобрести, его невозможно клонировать, понимаете, как бы. Ну, никак. Его надо воспитывать. Долгие годы, кстати. И это очень-очень, ну, скажем так, этот процесс формирования врача, это очень, ну, скажем так, тонкая достаточно работа, и она скрупулезно и требует очень-очень много времени. Почему, если сейчас хоть как-то что-то начать менять, то, может быть, что-то хотя бы, ну, как-то начнет формироваться далеко не сразу, а спустя много лет. Да? То, что я имею в виду, разрушено. Поэтому вот эта игрушка, это, кстати, комедия моего еще детства с Пьером Ришаром, когда мальчик, сын миллионера, он зашел в магазин и сказал: «Папа, купи мне это». А там просто стоял дядька в магазине, выбирал какую-то игрушку, а он сказал: «Хочу это». Вот. Ну, миллионер он как бы... Причем мальчик, естественно, это делал сознательно, чтобы с папой как-то, так сказать, это свои детские, так сказать, решить свои детские проблемы, потому что там много чего было. Хороший фильм, прекрасный, блестящая игра Пьера Ришара, но купить вот так врача в магазине невозможно. Можно купить гормональный, но это уже как бы к эндокринологам, можно купить за деньги любые анализы, да. Можно создавать впечатление, что у нас очень классно все в здравоохранении, потому что мы купили томограф. Но это железка, которая вообще, как говорится, без человека ничто. Это просто, скажем так, это аппарат, да? Это молоток, это отбойный молоток, это лопата. Но она без человека ничего не значит. А вот тот, того человечка, его не купишь, в отличие от любые деньги, пожалуйста, купить можно любую игрушку, любые гормональные исследования. Ну, что с ними делать? Да, кстати, можно закупить любые таблетки. Можно закупить любые таблетки. Можно купить любые препараты. Но сами препараты, они не пойдут в рот. Простите меня. Их надо кому-то назначить. Правильно назначить. А чтобы правильно назначить, нужен человек живой. Не решится проблема даже деньгами, если залить всю эту систему. Просто залить деньгами, как вот в этом мультике про антилопу золотую, которая там, так сказать, высекала золото. Ничего не получится. Да? Ничего не получится, пока не будут люди, да, квалифицированные, правильно, правильно сделанные, назовем это так, люди. Как это сделать? Ну, в общем, может быть, я немножко утомил, как это сделать. Но это сделать, в общем и целом, понятно, мне кажется, как. Потому что, точнее, непонятно как, это просто делалось уже и раньше. Просто мы почему-то ушли в каком-то странном весьма направлении. Да, вот. Ведь если речь идет о враче для живого человека, а не для какой-то машины фактически, да, то есть не для какого-то, не для лечения тысяч, да, да, ценой жизни там какого-то процента, да, то есть, да, вот если мы решаем проблемы не какие-то социальные, которые очень часто совершенно непонятны на самом деле, в которых огромное количество каких-то странных лозунгов, но под ними лежат совершенно другие цели и задачи, да, то вот если, да, врач-то еще, в чем его профессия, она, как говорится, привлекательна, что вот передо мной сидит человек, я его лечу конкретно, да, и я ему помогу, вот этому живому человеку, а не какой-то кукле, да, которая с вероятностью 15% умрет. Да? Вот если мы хотим, чтобы это был врач для живого человека, то, в общем, тут один путь фактически. Вот этот путь, который он был испокон веку. Вот сядь с ним, понимаете? Это как воспитание ребенка, знаете?
Я вот как-то помню своему кинологу одному сказал, что а как вот ты можешь мне натренировать собаку, вот, чтобы она выполняла мои команды. Он говорит, а жену не потренировать, чтобы она тоже выполняла твои команды? Ну, я потренирую во всех смыслах. То есть она будет выполнять, собака будет выполнять мои команды. Понимаешь? Сам ты должен этим заниматься. Сядь, приклей, как говорится, пятую точку к стулу и сиди, разбирай больных. То есть сиди, работай. Если ребенка доверить компьютеру, ну, как бы вы получите компьютерного ребенка. Если ребенка доверить няне, то няня его воспитает. Если вы сами не будете его воспитывать, то вы получите то, что вы вложили. Поэтому вот эта вот картинка 17 века, ничего не поменялось. Да? Школьный учитель, сядь с ними, с этим, с ребенком. Вот сядь с ним, с ребенком и работай живьем, с живым пациентом. Тогда этот ребенок будет уметь это делать. Да? Ну и, по сути дела, на мой взгляд, чтобы это был врач для живого человека, студент должен учить живой человек, а не компьютер. Это уже лозунги. Студент должен работать с живыми людьми, а не куклами. И студент должен экзаменовать живой человек, а не тесты. Вот это три пункта, которые позволяют худо-бедно, ну, как бы, конечно же, с дополнениями, приложениями, подзаконными актами и прочим, но вот это хоть как-то в качестве такого, как говорится, да, в качестве таких вот лозунгов, мне кажется, идеологически позволит реализовать нормальную подготовку людей, которые смогут, так сказать, реально работать в современном обществе с людьми. Проблемы, да? Проблемы, по сути, они очень широки. Первый момент – это сама технократическая система. Технократическая система, которая очень удобна для функционеров, для кого угодно. Она удобна для чиновников. Это здорово. Отчитываться по ней прекрасно, супер-пупер, то есть отлично. Так сказать. Ну, дальше пункты давайте посмотрим. Технократическая система. Ну вот давайте мы сравним технократическую, гуманистическую модель контроля знаний и вообще постановки вопроса. Да? Вот если я, как экзаменатор, спрашиваю о чем-то студента или ординатора, да, я, по сути, формулирую для него проблему. Он ее пытается решить и говорит мне о своих решениях. Он начинает рассуждать об этом, да? Он начинает думать вслух, да? То есть он учится в процессе, вот этот, вот в процессе этого решать проблему. То есть это модель того, как это будет в реальной жизни. Если я даю ему тест, это, знаете, это, как говорится, уже банально, и это классика тестологии. Значит, если я ему даю тест, то тут все инвертировано. В каком плане? Я ему не даю ни проблему, я его учу решать, ни проблему. Я его учу выбрать один из готовых вариантов решения. То есть это абсолютно никакого отношения к реальной клинической работе не имеет. Да? Он учится не решать проблему, а отгадывать этот кроссворд. И на этом сейчас базируется все. Вот поверьте, до, не знаю даже до чего, приличных слов, как говорится, они куда-то убегают. Так вот, вот этого врача вы получите. Он будет выбирать готовый вариант решения проблемы. Вот в рекомендациях составьте ему тоже варианты, как Илья Муромец у камня. Налево пойдешь, направо пойдешь, туда пойдешь. Да? Вот. И это начинается с детства, это начинается, по сути дела, со школы. Вот. У него не проблема, там, дядя Вася кашляет. Он так не может понять, у него голова так не работает. Вот дядя Вася кашляет, реши проблему кашля дяди Васи. Он ждет, что мы предложим варианты. Первое, так сказать, пристрелить просто, чтобы не мучился. Второй вариант, дать ему антибиотики. И третий вариант, дать отхаркивающий. Вот так уже нормально, уже вариант, который будет, как говорится, он привычен, по сути дела. Поэтому тесты – это
Это, ну как вам сказать, это огромнейшее зло. Причем, в общем, сами тесты не виноваты, потому что их, конечно же, надо использовать в качестве вспомогательного механизма контроля знаний и образования. Вспомогательного. Это как бы, ну дай бог, в медицинском образовании, ну это 5% от силы, 5-10 хорошо. Вот. Потому что это не учит, это развращает. Да? Более того, все разговоры в отношении, что это объективно, якобы, это объективно и позволяет оценить сразу все. Да? Но на самом деле, вот уже, ну, уже это все видят и все прекрасно понимают, что в принципе тестовая система как таковая, она самая коррупционная. Почему? Потому что есть готовые ответы, которые материальные, они находятся написанными на листочке. Да? Этот листочек можно продать, этот листочек можно отправить по телефону, понимаете, как бы. Это абсолютно понятно, да? Если вы спросите, как часто я сталкиваюсь с отличниками тестовыми и с красными дипломами по тестам, да, я скажу часто. Да? Я, ну, не просто так я об этом говорю, и не просто потому, что мне это надо зачем-то. Я не преследую никаких целей абсолютно. Знаете, я никогда не видел ситуации, чтобы комиссия из живых людей, да, в присутствии друг друга вдруг устраивала какую-то обструкцию какому-то обучающемуся. Да? Один задает вопрос, другой задает вопрос. Человек демонстрирует свою способность мыслить. На мой взгляд, самый адекватный экзамен – это как раз устный. Потому что, по сути, нам не важна циферка, которую он запомнил, да, или не запомнил. Нам важно знать, он может мыслить, да, клинически мыслить и вообще мыслить. А как это можно продемонстрировать? Только открывая рот, только говоря и демонстрируя, и мысля вслух. Поэтому эта история, конечно же, она самая простая, и она самая коррупционогенная. Без свидетелей, нет никого, да? Ничего. Есть только в компьютере вбитые кем-то циферки и буковки. И мы это видим и знаем абсолютно точно. Ну, вот то, что касается социофобии, видите, есть разные образования, есть образование куча, да, есть гуманитарные, люди там учат там, что угодно, там история, география, математика и прочее. Ну вот, социофобичность, назовем это так, то есть вот эта вот тенденция к социофобии, то есть тенденция к вот этим поколению смс-ок, я имею в виду, вот это вот, да, когда общение людей происходит таким образом в основном, да, и это создает людей с кучей комплексов в плане живого общения нормального. Вот это очень сильно бьет по медицинскому, на мой взгляд, образованию. То есть понимаете, социофобичный человек, то есть человек, который боится живого общения и не владеет им, и более того, ведь в общении врача и пациента нужно доминировать худо-бедно, косвенно или прямо. Да? То есть это должен быть человек, который может и умеет говорить с человеком. Вот как бы то, что исходит из школы, да, из телефонов и вот этих вот социальных сетей, социофобия фактически, да, когда человек под ником, да, он некий анонимно с кем-то общается, с массой людей. А вживую представь, да, с табличкой, с фамилией, с лицом перед живым человеком. Это на нашей работе, на нашей специальности это сказывается очень тяжело. Очень тяжело, и мы это видим, нам сложнее значительно, когда к нам приходят особенно студенты, не имевшие вообще никакого контакта с больными живыми людьми, да, и они только под никами и писали тесты, да, писали тесты, выбери АБВ, то, по сути дела, это очень сложно. Да? Из этого человека сделать специалиста по живым людям крайне проблематично. Ну, то, что касается коммерциализации, я не буду говорить. Это, как говорится, сам факт коммерциализации, он, ну, как бы, ну, напрямую, да, напрямую он... Ну, сказывается, конечно, и все понимают, каким образом, да, то есть, по сути дела, деньги будут решать многие проблемы, которые не решают мозги, фактически, правда? Но, тем не менее, ну, если бы был только коммерциализация, и все остальное было бы
все остальное было бы нормально, я имею в виду все, что я уже сказал до этого, то в принципе эта коммерциализация она бы не создала таких уж колоссальных проблем. Да? Создала бы, но это бы не рухнуло все. Ну вот, по сути дела, давайте посмотрим концепцию технократической системы подготовки врачей. Значит, проблема. Реально практикующих врачей-клиницистов очень мало. Мало у нас их. У нас нету их. Недоступно многочисленным нашим согражданам, да, которые, в общем, не отличаются. Мне кажется, у нас 20 миллионов населения находится ниже черты, так сказать, ниже черты бедности некой. Да, 20 миллионов – это цифра сама за себя говорит. Но, тем не менее, им не хватает врачей. Как из этого технократически из этой ситуации выйти? Нужно увеличить набор студентов. Нужно их увеличивать. Более того, можно даже сократить время их подготовки. Можно, как сейчас это начали делать, отправлять в поля вот этих выпускников, которые видели по 6 больных за 6 лет обучения. По больному в год. Да, анатомия на куклах, не на трупах, а и так далее. То есть у нас все вот это вот как бы пластмасса. И картиночки еще, вот картинки смотреть. Это вот суперформа обучения. Вот это, да, мы делаем фактически. К чему это приводит? Ну, понятно, что это падает конечный продукт. Естественно, конечный продукт, его качество, то есть выходящего качества, будет очень низкое, особенно если мы продолжаем сокращать время их подготовки, увеличиваем объем. Да? То есть там, где могло учиться 10 человек, учится 50. Вот. Значит, сейчас, ну, допустим, если брать клиники, которые на самофинансирование, они с большим трудом берут выпускников даже ординатуры. Потому что они примерно понимают, что это за уровень. Вот. Значит, чем меньше будет качество продукта, тем, по сути дела, его востребованность будет очень низкой. То есть доля тех, кого мы, по сути дела, просто выдаем дипломы, этот диплом уходит либо в мусор, да? Либо это девушки, которые уходят после 6 лет образования, уходят заниматься уколами этого самого ботокса, да? То получается, что, смотрите, мы опять получаем в итоге что? Низкое качество, приводящее к тому, что вот это вот наращивание, да, наращивание, оно оказывается в корзине. И у нас опять не хватает реальных клиницистов. Реальных клиницистов, которые способны работать с людьми. И опять мы говорим, у нас не хватает врачей. Хорошо, давайте увеличим набор студентов, да, и будем им их, и вообще они будут сидеть просто дома и дома учиться заочно, то есть в принципе в ванной дистанционно, да, и потом мы им отправим диплом по электронной почте. Ну, людям-то живым, даже за чертой бедности, нужен реальный живой врач, который будет реально решать их проблемы. Им не нужна эта вот эта книжка синяя с гайдами, понимаете, как бы. Если мы не предоставим этот продукт, они выгонят этого товарища, он там не сможет работать. Да? Или по тысяче причин. Поэтому, понимаете, как бы технократическая система, она решит проблему. Да? Решит проблему кризисного периода, но она никогда не сделает реальных врачей в соответствии с некой гуманистической моделью. Никак. Из урны получается дефицит реально работающих клиницистов с людьми, с врачей, соответственно. Ну, в заключение я уже вас переутомил, наверное, своими долгими, немножко пространными разговорами, но, мне кажется, их надо хотя бы начинать как-то вести, да, потому что, опять же, то есть, почему-то, когда начинаешь высказываться на эту тему, тебя воспринимают как какого-то, прям, я не знаю, там, революционера. Да ничего тут нет такого-то, господи. Ну просто об этом надо говорить, потому что мы все это знаем прекрасно. Это как бы банальные вещи, то, о чем я говорю, фактически. Почему-то они не обсуждаются. Или как какой-то это, я не знаю, там, табу. Понимаете? Take-home message. Если мы хотим вырастить врача, который будет лечить живого человека, то студента должен учить живой человек, а не компьютер. Он должен работать с живыми людьми, а не с куклами. И
Его должен экзаменовать, а экзамен – это часть обучения. И не обязательно это экзамен, это может быть промежуточный контроль, но это часть обучения. Да? Да, кстати, не сказал, чем заканчиваются эти тесты. Мы хорошо знаем, что студенты вообще учебники не читают. Они учат тесты. В принципе, я могу тоже выучить тесты, допустим, для экзамена по сопромату. Я вам вот клянусь, я вам на 4 сдам его. Вот сейчас дайте мне неделю и такой вот томик тестов по сопротивлению материалов, либо, я не знаю, какой-нибудь там, или какой-нибудь, я не знаю, там, санскрит даже, вот, ей-богу, я отличу парочку каких-то вот этих вот буковок, и через неделю я смогу написать тесты, клянусь вам, не потому что я профессор, потому что это элементарно, это учится, тупо заучиваются тесты, то есть учебник, в котором, который учит хотя бы мыслить, где излагаются мысли, он вообще не используется зачастую. А тесты учатся тысячами и запоминаются. Ну, как водится, до экзамена. Дальше в голове ничего не остается. Поэтому студента в нашей гуманитарной сфере подготовки реальных врачей-клиницистов должен заниматься живой человек. И по-другому, на мой взгляд, ну, скажем так, мы врача для живого человека не создаем. Если мы их делаем для чего-то другого, то поправьте меня, скажите, что у нас здравоохранение работает не для отдельно взятого человека, а для стада. Ну, как бы не претендую на какую-то истину в последней инстанции, но это мысли преподавателя с большим достаточно стажем, который прошел все стадии, как бы преподавательские, да, и продолжает реально работать и пытается в достаточно таких вот, ну как бы, непростых условиях продолжает готовить врачей. И это моя основная работа, любимая. Поэтому мне сложно об этом не говорить. Большое спасибо. Вот. Не воспринимайте все это близко к сердцу. Потому что мы, конечно же, а глупость, она, как говорится, в себя рано или поздно она изживет. Да? Абсурд, он тоже не может долго существовать. Да? Он рано или поздно прекратится. К сожалению, ценой порой жертв, то есть какими-то, да, то есть, по сути дела, годы пройдут, да? Годы, за которые мы смогли бы подготовить реальных специалистов, они будут использованы неэффективно в нынешней ситуации. Да? Но тем не менее, я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, о чем я попытался говорить, может быть, немножко пространно. Спасибо.